Приветствую всех рыболов, любителей, профессионалов. Шутка ли, уже 100-й выпуск «Борина рыбалка». Мне самому 2 года назад скажи, когда я снимал первый-второй выпуски, что эта цифра переварит. И трехзначное число, я бы вряд ли поверил. Но это все-таки 100-й выпуск «Борина рыбалка». И огромное спасибо, конечно же, вам, зрителям, за то, что вы меня смотрите. Уже большое количество людей подтянулось, чтобы сниматься вместе со мной. Вы замечаете, наверное, то, что количество появившихся в экране людей растет каждым годом. Так что большое вам спасибо за то, что вы смотрите мои выпуски. Хотел бы каждому из зрителей пожать руку, но это сделать невозможно. Техника наша еще не дошла до того, чтобы через экран телевизора и монитора компьютера можно было руку пожать. Так что лайка, я думаю, было достаточно. Считайте, что вы мне руку пожали. Ну, вперед, сегодня пойду попробовать. Донки поставлю на Лима. Тем более у телезрителей у моих, так сказать, была просьба сделать такой выпуск. Ну вот, пойду сегодня доночки поставлю. Пока пробираюсь тут на лыжах, хотя можно и пешком идти, снегу не так уж много. Вперед, по новыми приключениями. Рыболовы, походу, пропились. 4 человека аж сидит на реке в данном месте. Это редкий случай, я такой вижу тут. 4, наверное, не видел ни разу. Пора дрявить лед, причем на бегу уже все. Так у меня в этом году произошло, что не подготовился к рыбалке в зимний монолима. Нет у меня донок, так сказать, зимних, как я раньше делал. Сегодня буду использовать донки-закидушки, летние, обыкновенные. Оснащаются они тоже, в принципе. Ничего такого страшного нет. 2 крючка, но насаживать буду только на один, на нижний. Живчика, вот на этот крючок. И он вот тут у меня находится. 2 крючок оставим. Ну не откусывать живой, в принципе. Возьмем живца, вот окунишка. Садим его, попробуем за губёшку и пускаем на дно. Опа! Давай, окунёк, вперед за налимчиком. Пускаем до дна, глубина небольшая. Берем приготовленную, думаю, картоночку. Сразу же заводим здесь картоночку вот так, чтобы лёсочка была посередине и лунку снег не попадал. Так, все отпускаем. Слезки и наматываем просто на мотовильце. Ложим мотовильце на лунку, все, никуда ничего не денется. Засыпаем лунку снегом и таким макаром оставляем все остальные. Пометим вот тяпочку, где у нас стоит лунка, потом сзади она у нас находится. Все, ну и пусто. Ну что ж, вот и все, 30-40 минут мучений, так сказать, и все, наши донки установлены. 14 штук поставил, это ни много, ни мало. В прошлый год также ставил приблизительно. Поставил сегодня только один окунек, одна уклейка, остальное все сорожки. Так-то бы в идеале был бы ёрш, но его пока нету. Что ж, в этом живописном лесочке хочу сказать вам до свидания, хотя для вас это время пройдет очень быстро, но для меня только завтра я узнаю, что я поймаю тут или нет. Ну, надеюсь, природа меня одарит этой вкусной рыбой под названием налим. Зимой, хотя я его не очень часто ловлю, но все-таки вот каждый год стараюсь убираться и показываю это вам, свои результаты. Возможно, что-то попадется, возможно, интересное даже что-то попадется, возможно, не совсем, а возможно, вообще ничего не попадется. Но это все я узнаю завтра, а вы спустя несколько секунд, минут. Всем пока. До некоторого времени.
два дня с того момента, как я с вами попрощался. Вчера я не ходил проверяться. Руки у меня, вчера были занятия, ездил кататься на лыжах. Так сказать, надо иногда попробовать спортом позаниматься. Вот сегодня пошел проверяться ёмки свои. Встал с утра пораньше, вышел еще в сумерках. Ну, потому что у меня есть еще план сегодня попробовать получить лица. Живец, в принципе, дома есть, но оставил его для ловли на жерлице. Думаю, куда не сходить еще за щучкой. А тратить его на лима, так-то не очень охота. Тем более его можно тут же и поймать. Попробовать ерша или там ту же уклейку. Схожу сегодня попробую, и до обеда посижу. Жучков мог подловлю маленько. Ведерко под жучков взял с собой. Удочки взял. Тормозок. Все остальное, так что думаю, подловим жица и поймаем, может быть, сегодня на лима на гонке поставлены. Ну что ж, еще предстоит километра полтора пройти, и дальше уже будем пробовать ловить рыбу. Так что вперед, не будем терять времени зря. Так, тут у нас вроде все на месте. Никто за эти два дня тут не побаловался, не попроверял. Это бывают такие случаи, придешь и смотреть не на что. Все уже проверили за тебя. Так, сейчас пойдем на ту сторону, там уже мужичок это есть. Сначала попробуем жица половить, а потом проверим уже. При нас-то уже тут никто ничего не нашакалит. Итак, вперед, ловить живца. Ну что ж, живца я запас без каких-либо проблем. Клюет очень хорошо, плотвичка и уклейка. Есть даже тут маленький подлещик, густерка, нам еще непонятно. Умирает, конечно, уклейка быстро, но что умрет, я внесу, дома коты съедят. Сейчас пойдем уже проверять, как у нас там налимы живут. Сейчас смотаю эти удочки и пойду вперед. Во время самого интересного процесса проверки наших доночек. Так, пока волнение одно. Надежда. Сейчас узнаем, что там есть. Что там? Как там происходит у нас дела? Тут я уже немного подчистил. Дальше таким вот потеплением уберем лишний сырой снег. Все-таки неохота где-то пушкаться лишний раз. Окунь на месте. Даже живой. Ну что ж, ставим его дальше и пойдем проверять следующие донки. Также все оставляем. Припорошим снегом. Воткнем обратно новичку. И все. Ух ты, ёптя. Щука. Даже повезло, как она зацепилась-то. Я никак не ожидал здесь щучку поймать. Надежда-то была на лима, как вы видите. А и щучка-то неплохая. Около килограмма. Вот что. Хорошо зацепилась. Боком за леску. Вот крючочек-то вообще рядышком. Ну и такому рады пилову. Правда, вот уже предпоследний флотбаки. Я думал, совсем ничего не было. Ну хоть так. Очень хорошая новость. Чему-то за рады. Вот такая вот щуреночек. Килограмм, это около того, грамм 900 может. Сам удивился очень. Еще жучка. До этого даже покусанных жуцов не было. Я думал, все впустую прошло, а тут вот такой вот пилов у нас. Красивый. Хорошо. Это меня радует. Как на лима не поймали. Никто на щучку нарвались. Так, обратно все закапываем. Проверяем последний флот. Вот этот флажок был. Люк, на флажку-то рыбачит, еще щучка попалась. Да. Последний донку проверяем. И отправляемся домой. Я, как видите, как уже, наверное, поняли, я оставляю еще их на ночь, так что завтра, послезавтра еще приду, проверю. Отойдите, красавица.
что, остановился тут пока по пути домой попить чаю. Снегу много навело, устал по сурому листья. Ну что ж, скажу сказать до завтра. То, что этот выпуск, я думал, сегодня закончим. Если хотя бы одного ленивчика поймал, я бы закрутился с ним, а потом просто бы отписывал, что поймал, не поймал. Ну, ничего не попалось. Думаю, еще завтра все снимем. Может, удастся завтра что-то поймать. Ну, это вот удлинять наш выпуск. Так что, еще иной раз до завтра. Смотрите данный выпуск, значит, вам интересно узнать, поймаю ли что налима там или нет. Мне самому-то, как думаете, интересно или нет? Мне очень интересно, и в данный момент я туда продвигаюсь, чтобы это узнать, как там происходит ситуация. Ну, сейчас придем, узнаем и увидим. Так что, до встречи. Так, что ж, прибыли на место, можно начинать проверяться потихоньку. Ну и потихоньку будем снимать, если что-то будет попадать. Это уже четвертая донка. Все это я показываю вам. Что здесь или нет. Пустоту показать. Можно тут на год затянуть этот фильм. Так, тут тоже пустота, по-моему. Да, осторожно висит, еще живая. Мусора много. Ладно. Да-да, нет-нет, оставлять никого не будем. Это уже 8-я у нас. По 4 так приблизительно будем показывать. Что-то есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот это да. Вот это налимас. Вот это очень даже неплохо. Выпуск состоялся у нас с налимом. Зацепился за губу. Хороший налим, это у меня по-любому зимой рекорд. Превосходно. Да. Опа. Вот такой вот налимчик. Около тоже килограмма. Пока отдыхай. А это уже второй налим, еще больше. Его я лил в лунку, заволок. Тут, наверное, волновался и снимать не стал. Думаю, наверное, мне главное его победить. А кадры-то уже второе, уже одного засняли. Ну, будем проверять дальше. Рыбалка подходит к концу сегодняшняя. Удалось нам поймать двух вот таких вот прекрасных рыб. Очень замечательные налимы, сейчас я их взвешиваю. Скажу их вес. Доночки оставлены, так что ждите продолжения данного видео. Итак, кило 100, поменьше налим. Ну как поменьше, они силы вроде не сильно отличаются, но это, по-моему, побольше должно быть. Кило 255, второй налим. Не знаю, видно, не видно. Неплохо. Это за один день я побил дважды свой рекорд зимний. У меня был рекорд, ну, грамм, наверное, 500 по налиму зимний, по зиме. А тут кило 100, кило 250. Это очень неплохо, я считаю. И очень, надеюсь, понравится вам этот выпуск. Также я повторяю, что выпуск будет продолжение этого выпуска. Еще сюда приду, потому что донки оставил. Морозы вроде еще не сильные. Минус 15 сегодня на рыбалку пошел. Так что ничего у нас тут не замерзнет. И можешь продолжать снимать данное видео. Подписывайтесь на мой канал. И смотрите продолжение моих приключений. Всем пока!